когда дождь, идет затекание, это дождя через отдушины льется по стене вода. Значит, это и неправильно смонтирована система отопления. Школа при противотуберкулезном санатории «Ласточка» построена еще в 2008 году, но так и не введена в эксплуатацию. Пожарная сигнализация здесь не работает. Линолеум вздулся, грибок в большинстве помещений. Окна не открываются даже на проветривание. Через них в классы затекает вода, как и через дырявую крышу. На данный момент школу используют только в качестве складских помещений. Не лучше ситуация и в спальном корпусе, где сейчас проживают дети. Тот же грибок, разбитая плитка в санузле, разрушенный фасад. Но самыми проблемными на фоне недавней трагедии в лагере «Виктория» выглядят объекты, угрожающие пожарной безопасности. Газовая труба из-за оползневых явлений частично слетела с установленных опор. Со стороны моря она просто прикреплена к забору, что категорически запрещено действующими нормами. Вот оторванное крепление от трубы. Мало того, что это все-таки здесь дети. И они здесь гуляют, и они свободно при такой высоте трубы могут на нее опираться, да. Бегать по ней. И это тоже несет свою опасность. То есть, если посмотрим, тут частично, будем так считать, процентов 30 креплений просто оторваны от забора. То есть труба на больших расстояниях висит в воздухе. При этом один из двух пожарных резервуаров с водой вообще не функционирует. А другой, хоть и наполнен 50 литрами воды, но не имеет пожарного гидранта. Следствием всех этих проблем стало закрытие санатория «Ласточка». Нам надо устранять эти все недостатки, для того, чтобы нормально можно было функционировать, и чтобы нормально здесь дети чувствовали себя в безопасности, и персонал чувствовал себя в безопасности. Детей уже переводят в другие места. Младшую группу в соседний санаторий «Зеленая горка», а тех, кто постарше, в степной воздух. Формально учреждение перестанет функционировать 11 ноября. На какой срок закроется «Ласточка», пока неизвестно. Учитывая огромный объем работ, явно надолго. Константин Гречан и Анастасия Кричко, телеканал «Репортер».